32-м детском саду заботятся о здоровье своих подопечных по-особенному. Для маленьких жителей страны под названием «Гномик» соорудили настоящую сауну. За много лет работы мы заметили, что все-таки дети чаще все-таки сегодня болеют. И сама специфика нашей работы подсказала, что хорошо бы усовершенствовать эту работу и внести один еще небольшой, казалось бы, компонент, который очень хорошо поможет нам в выздоровлении наших детей. И, можно сказать, совсем недавно, благодаря стараниям нас, стараниям строителей и наших родителей, которые захотели, чтобы это было, появилась сауна. Кроме того, с малышами проводят физкультурно-оздоровительные занятия в бассейне. В общем, приучают нашу молодежь к русским традиционным методам закаливания и в совокупности развлечения. Как говорится, из парилки в прорубь. Побыв немножечко в тепле, дети с удовольствием бегут в бассейн. И я думаю, что это один из видов хорошего, здорового образа жизни наших дошколят. Малышня от таких занятий приходит в неописуемый восторг. Еще бы! Ведь у них буквально под боком круглый год находится источник безграничного потока развлечений. Да к тому же еще и полезный для здоровья.